Расширить подземку. В Новосибирске к 2030 году появятся две новые станции метро. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В документе изложены планы по развитию территории вблизи парка «Сосновый бор» в Калининском районе города. В числе объектов транспортной инфраструктуры власти собираются построить две станции метрополитена. Учительскую на пересечении Учительской и Богдана Хмельницкого и Снегири на перекрестке Рассветной и Курчатова. Точные сроки начала строительства пока неизвестным.